Доброго времени суток, а у меня утро. И простите за мой такой теплый голосочек, потому что, как и любая девочка, я с утра начинаю делать макияж. И сегодня я хотела протестировать с вами вот такую новиночку. Тушь The One, No Compromiss, с запатентованной технологией. Такого еще не было. Тушь не смывается холодной водой, она не растекается, она не осыпается. И если вы даже протрете ваше лицо холодной водичкой, то есть будете купаться, тушь не смоется. Много стоит. Либо тампончик промокнуть в теплой водой, либо теплой водой начинает смываться. Именно просто водой, без любого очищающего средства, она смывается. Уникальная такая технология, что ж интересно. Конечно же, это фишка, но как она наносится, как она будет выглядеть на глазах, потому что это очень важно для всех девочек, как ваши реснички будут, насколько они пушистые, удлиненные. Щеточка превосходная, одна из моих любимок таких вот. Я часто покупаю щеточки, даже не совсем люблю силиконовые, а именно пушистики, потому что, как правило, пушистые щеточки, они обволакивают каждую ресничку, они ее прочесывают, удлиняют. Давайте посмотрим, что же будет на самом деле. Первый слой туши, как она выглядит, если быстренько вам нужно сделать макияж, побежать в детский садик, в школу, на работу. Для меня важно, чтобы тушь можно было накладывать в 2-3 слоя. Причем это сделать так: утром я быстренько сделала на скорую руку макияж, делала свои дела, и уже выйдя на улицу, сделать второй, может быть, третий слой туши, потому что не каждая тушь позволяет, чтобы ее можно было накладывать многократно. Она засыхается, становится колом. Я уже приблизительно знаю эффект. Почему? Потому что вчера я не вытерпела, получила заказ, мне нужно было быстрее протестировать эту тушь. Я нанесла ту тушь, которая у меня была. И удивительно, она наносится мягко. Я специально выжидаю время, чтобы посмотреть, насколько первый слой туши высохнет и можно ли будет накладывать второй. Второй слой туши достаточно интенсивный. Я даже не знаю, стоит ли делать еще. Реснички, как бы не было перебора, но я экспериментирую. Плюс, несмотря на то, что тушь от первого раза, с первого слоя подсохла, я проэкспериментировала, достаточно хорошо наносится второй, то есть это позволяет сделать более интенсивный макияж, вечерний макияж, подчеркнуть ваши глаза. Тушь обволакивает буквально каждую ресничку, и нет комочков, нет слипшихся ресничек. Это большой плюс, когда вы хотите сделать мега объем для ваших ресничек. Третий слой туши. Может быть, кто помните, вот такой вот у меня была любимка. Я даже делала эксперимент, делала видео, 5 слоев туши. Ну, в повседневной жизни максимум я делала 2, ну, в потолок 3 слоя. Здесь я сделала также 3 слоя. Не думаю, не стоит экспериментировать, делать 5. Никогда в жизни вы это делать не будете. Но я считаю, что достаточно пушистые, хорошие ресницы. И вы действительно можете подправлять макияж, делать из обычного дневного макияжа вечерний, не смывая при этом косметику. Ну, теперь самое интересное. Налила в шейкер попробовать холодной водички. Итак, первое. Полностью макияж смывать не буду, но вот так пройду реснички. Крошечки, но тем не менее при интенсивном есть. Водичка тепленькая, тоже использовала шейкер. Вот так вот теплая. И попробуй теплой водичкой. Видите, намного интенсивнее стала смываться тушь. Да, вот 2 диска, это честно, без всякой рекламы. Все-таки холодная вода смывает вот столько туши, теплая вода столько. Поэтому 100% я вам не лукавила, показала, как есть. Честно, потому что вы же не будете так интенсивно тереть. То есть я думаю, что если вы будете купаться, если вы будете плакать в дождь, то в принципе макияж не потечет. Стоит вам будет умываться нормальной водой, то тушь будет смываться хорошо интенсивно. Прошу вас, оставьте в комментариях, пробовали вы эту тушь, остались ли вы ей довольны, насколько она вам понравилась и действительно ли заявленные свойства работают, как и в рекламе No Compromiss. Пока-пока!